Добрый день, друзья. Вы наверняка уже в курсе, что мы открыли под брендом Life Exotic продажи оборудования для террариумов и животных по Украине. Хочу вам представить вот такую вот лампу Reptihit Sun. Это ртутные лампы смешанного света. Эти лампы дают прекрасный баланс ультрафиолета, а также инфракрасный свет, который обеспечивает хорошую точку прогрева. Мы в своей практике используем эти лампы уже на протяжении 4 лет. Вот мы остановились на 100-ваттных и 160-ваттных лампах, так как они не требуют дополнительного оборудования, а просто вкручиваются в обычный патрон. Вот очень удобные в эксплуатации. Срок службы таких ламп из нашего опыта более 2 лет. То есть подходят эти лампы практически для всех ящериц, для пустынных, для хамелеонов, для тропических. Вот. Также они очень хорошо работают для черепах. И, в принципе, теоретически их можно использовать для змей, если в этом есть такая необходимость. То есть для любых рептилий они прекрасно подходят. Видим, ультрафиолет присутствует. Ну, берем пирометр. Видим, на точке выгрева 43 градуса. Вполне достаточно для этих животных. Мы используем эти лампы не только для пустынных животных, но и для полуводных. Если вы заинтересовались этими лампами, обращайтесь к нашему представителю Анне Шерстюк. Всего доброго!